прошлом году мужество справило 25 лет. Всего полгода боевой офицер, человек, который подарил небо сотням девчонок и мальчишек, Юрий Болдырев не дожил до юбилея своего детища. Почтить его память на кладбище Березовая роща накануне утром прибыли вдова Юрия Алексеевича, сотрудники и руководитель школы сегодня Виктор Скакнин. А вечером во дворе школы прошло построение воспитанников мужества. За много лет работы учреждения закончили несколько сотен ребят. Прыжок с парашюта – это главный экзамен для будущих десантников. Кроме того, курсанты ежегодно организуют военно-полевые недельные выходы, обучаются массе дисциплин, которые пригодятся им в будущем. Научился строевому шагу, то есть физическая подготовка стала намного лучше, даже намного-намного лучше. Также боевая тоже подготовка. То есть идет тактика, там топография на местности. А пока в школу мужества продолжается набор новых воспитанников. Он продлится до конца октября. Уже сейчас парашютно-десантным навыкам здесь обучаются более 150 ребят. Ольга Дерибера, Владимир Селиванов, «Местное время».